А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Kenny Play. Здесь вы сможете найти обзор модов на GTA 5, постройки домов в Майнкрафте и также обучающие какие-то видео в том же Майнкрафте и других различных играх. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И всем спасибо тем, кто сейчас тут находится и смотрит это видео вместе со мной. Я всегда рад, когда вы мне поддерживаете и когда вы также ставите лайки и комментируете, ребята. Я, честное слово, ценю очень сильно своих подписчиков, поэтому немного и меня поцените в том смысле, что буду рад, ребята, вашему комментарию и вашему лайку. Как обычно, набираем 200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. И сейчас мы продолжаем проходить GTA 5. Куда нам нужно? Нам сюда нужно заезжать. Извиняюсь, у кого я там дверь сломал, или забор, или что это. Да, ребята, нам сюда нужно. О, так. Это крутая машина, я просто нашел ее по дороге, пока я ехал сюда к точке задания. Я ее немного поцарапал, ребята. Немного поцарапал. Так, не сюда, а вот сюда вроде. Вот. Да. Во. Я пока кофеечек попью. Hello. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retired. Ты бы, ну, пузико закрыл там, на кнопочке вот это бы позакрывал свою рубашечку. Пуговицы, а то, ну, вы свою пузяндру. I don't blame him. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? Какая там бабуля красивая на столе. Видели там? Фотография такая, прям. Его ровесница. Да, ровесница. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Потный Майкл такой, спина такая мокрая. Новый контакт, Соломон. Опа, машиночка. Не очень такая крутая. О, это крутая вроде машина. Меня даже кто-то с подписчиков или принц... Конкрет, вот это тоже прикольное. Меня, наверное, я если хорошо помню, то в несколько моих подписчиков меня даже просили, чтобы я протюнил вот эту машину. Ребят, потом может протюню, если... Она у меня в GTA Online, вот эта машиночка у меня в GTA Online, как моя самая первая машина. Но потом я ее, наверное, даже вот тут протюню и потом поставлю в свой гараж. Но это уже будет чуть позже. Опа, сейчас, хотел что-то сказать, но... I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious.
You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. See you on the set, boss. Босс? Ух, ни хрена себе, прям Майкл в роль вжился, что это его босс. Так, мы уже практически доехали до места, нам тут нужно 700 метров. Так, дайте я подальше кружечку уберу, а то у меня уже были некоторые инциденты, что я... Ух, что бы сделать? Хренакс кружку. Даже кофе на всю клаву разлил, на весь стол, на весь пол, но клава все-таки продолжает пока что еще работать. Я помню, у меня был случай, когда я разлил... Не помню, что я разлил на клаву. Вроде тоже кофе еще на одну клаву я разлил. Потом ее просушили, она работала. Но потом в один день, пух, половина всех кнопок перестала работать. Как бы, знаете, немного ее заглючило. То есть я разлил, она еще немного поработала, потом пум, и все, уже ни хрена не пашет. Это пока что еще работает. Так, давайте-ка мы... Опа, вот так, припаркуемся. Ударили стол, припаркуемся. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Так, доберитесь до вертолетной площадки, не привлекая внимания. Ух ты ж! Так, ладно. Ладно. Сейчас будем что-то думать. Вот тут мы сможем перепрыгнуть. Сейчас. Опа. Так, по чуть-чуть. Залезаем, чтобы нас никто не видел, не слышал. Прям какой-то стелс, ребята. Опа. А мы его можем убрать, да? Только нужно узнать, как. А, вот так просто убрали, называется. Так, сейчас, да перепрыгнет ты, толстячок, Майкл. Ага. Как это может там стукнуться, я не представляю. Так, ну кто-то что-то нас уже там палит, он вроде... Да ты что, издеваешься нахрен, кривожопый, Майкл? Ты прям бесишь немного. Как там нахрен стукнуться можно? Так, опа, залазим сюда. Быстренько. Главное, чтобы нас никто не запалил. Да иди, куда ты лезешь? Если ты, зараза, еще и сейчас нас запалишь или что? Я просто хотел на него бежать и хренакнуть ему в рыло. А Майкл вниз по лестнице побежал. Тебе, зараза, спалило с первый раз. Ха-ха-ха, сейчас не спалил. Так, нам сюда не нужно, да? Наверное, сюда. Сейчас сюда. Mr. Richards has been worried sick. Oh, who's this? Who's this jackass? I promise to stop. Да стукни ты ему по яйцам! На! Alright, spray tan. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay? Sure, man, sure.
Садитесь в вертолет. Ну, садимся. Сейчас покажем мастерство управления вертолетом. А куда нам нужно лететь? А, совершайте опасные маневры. Ага. Прилетайте под мостами, чтобы... Поблизости от здания, чтобы запугать Милтона и Антона. Антоша, пора... Так, ну я пока что не знаю, сможет... Ух ты! Так, давайте спустимся. Опа, главное сейчас никуда не стукнуться. Если бы я знал еще летать. Ага, круто. Ай. Ребят, это как-то сложно немного. Ага, сейчас. А, все, раскусился болванчик. Ну, вот так просто мы тебя уболтали. Так, полетели, ребята. Полетели. В какую сторону нам нужно? Ага, нам туда нужно лететь. Ух ты ж... Летим, ребята, опять. Главное сейчас опять не стукнуться. Нет, не стукайся. Да, Харет, разворачивайся, куда ты летишь? Как нахрен на этой хрени сложно управлять? Так, сейчас. Каких нахрен полицейских? Да чё за... Вашу мать, кто это управление на конченном вертолете придумал? Ваш третий, мать его, раз я прохожу эту конченную миссию, нахрен. Стой. Как ты нахрен меня бесишь, а? Все, давай. Ладно, потопали, ребята. Это миссия нахрен или что это? Так, потопали. Ох, охренеть, это вертолет. Нахрен. Антон, мой парень, ты артист, я знаю это.
And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Майклу это нравится. Помощник нафиг. Актер разблокирован. Соломон. Соломоша! Далее. Фух. Так. Ну давай, начинай. Начинай бежать. Опа. Так, кто там? Hey, Mr. Madrazo. How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca. La Fuerta. I ranch off Senora Road and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. Christ. Так, ладно, ребята, я просто хочу посмотреть, как эта машиночка будет выглядеть. Если мы ее тюнингуем, но я ее тюнить не буду, я просто-напросто хочу посмотреть, какой там тюнинг есть. Или хотя дайте ко мне минуточку, я посмотрю, сколько уже серия длится. Так, ребята, я, если честно, сейчас не имею желания делать большую серию, я не знаю. Мы просто-напросто прошли вот эту такую маленькую серию. Может, для вас серия и недолгая, но я уже офигеть, сколько парился с тем вертолетом, нахрен. Я не знаю, просто-напросто как-то не получалось им управлять. Ой. Поэтому я не думаю, что мы будем делать какую-то большущую длинную серию. Давайте, в принципе, мы даже на этом уже закончим. Так, сейчас, секундочку. Опачки. Тут всегда такие вот крутые машины стоят. Я, наверное, даже не буду тюнить, я просто сяду в эту машину, и сейчас мы на ней прокатимся. Она прикольная, реально прикольная. Ну и все, ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Спасибо вам за просмотр, серия, в принципе, небольшая получилась, но мы иногда вот так будем проходить задания, да? Не только же мы всегда будем тюнить или там дополнительные задания проходить. А сюжет, в принципе, сам по себе нужно проходить. А, ребята, ставьте лайки, набираем 200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Как всегда, она зависит от вас, также это придает мне большую мотивацию и силы для записи новых видео, как я уже много раз говорил. Также, если вы хотите со мной пообщаться, что-то мне посоветовать, подсказать, или еще что-то там выразить свои, там, я не знаю, слова, то, ребята, пишите комментарии, я буду их очень рад прочитать. И также я постараюсь на них ответить, так что мы сможем с вами пообщаться. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я рад каждому новому подписчику, если честно, поэтому подписывайся на меня и становись новым членом нашей большой и дружной семьи. Еще раз, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.